За 20-е столетие изобразительное искусство прошло сложный путь развития. Это и авангардные направления начала века, новаторство, множество ярких талантов, которые заявили о себе в то время. Художники советского времени сыграли большую роль в истории изобразительного искусства. Они писали подлинные факты истории. Те произведения, которые вошли в экспозицию, отражают особенности разных этапов развития советского искусства, взаимосвязь различных направлений. Сегодня мы открываем как раз выставку, в которой творческие работы в основном. Почему выставка такая красивая? Здесь эмоции художника, здесь и отражение действительности, и их профессионализм необыкновенный. Вот это чувствуется. На этой выставке можно учиться художникам сегодняшнего дня, потому что каждая картина – это просто учебник. В экспозицию вошло более сотни произведений живописи и скульптуры из фондов Тамбовской областной картинной галереи. Большую часть выставки составляют работы известных тамбовских художников. На выставке можно познакомиться с работами выдающихся мастеров, начиная с 1920-х годов. Естественность, любовь к жизни, умение найти в обычном какую-то изюминку – все это про полотна художников. Особое место в экспозиции занимает картина Алексея Краснова «Весна пришла». Вот он мне историю своей картины рассказал. Он очень любил весну. Кто зиму любит, кто осень, кто как. Но вот он весну. И вот я помню в его мастерской, когда вот эту картину он дописывал, и мы часто ходили в мастерские художников, и он мне рассказывает, говорит, понимаешь, иду, белье вешает девушка какая-то, ну там женщина, неважно. И я говорю, вот это весна, вот это вот белье висит. Я, говорит, решила написать картину, приглашая одну модель, вторую, красивых девушек выбирать для своих моделей. А картина не получается то, что я задумала, чтобы это была такая открытость, такой позитив. Я, говорит, иду в какой-то там, то ли в магазин, то ли куда, и вдруг стоит такая девчонка, не красавица, с веснушками вся. Ну, у нее такое открытое лицо, она с посетителями разговаривает, и я ее уговорил попозировать мне до этой картины. И вот она пришла, и моя картина получилась. Посетители выставки смогли на время перенестись во времена Советского Союза. Экспозиция получилась яркой, теплой и оригинальной. Ностальгия и советское время воспринимается больше положительно, чем отрицательно. И позитив от работ очень большой. Посетить выставку можно будет в течение месяца. Олеся Павлова, Евгений Михеев, Александр Кобзарев. Область новостей.